Итак, сегодня приобрел новую антискольную ленту на сайте Makita. Старая пришла в негодность, в некоторых местах порвалась. И сегодня эту ленту будем менять. Вся сложность при данном вопросе, при данной процедуре заключается не в наклеивании новой ленты, там ничего сложного нет, пленочку отдираем и на двухсторонний скотч наклеиваем, а именно в снятии старого скотча. У многих возникают проблемы, я тоже немного помучился. И вот, найдя решение, решил записать это коротенькое видео. Отдирал и ножом поддевал сначала, пробовал кончики. Получалось у меня захватывать, но как только пытаешься потом руками тянуть за эту ленту, она очень быстро рвется, мелкими частями снимается. Все это очень нудно и долго. Вот. А ларчик открывался очень просто. Просто нужно не отдирать эту пленку, а скатывать. Скатыванием проводим пальцем и скатываем этот старый скотч. Тогда он удаляется очень легко, быстро, в течение 1-2 минут. По крайней мере, у меня эта процедура заняла именно от 1-2 минут примерно времени. Ничем, никакими химическими средствами, химикатами, растворителем, white спиритами не обрабатывал. Просто отклеил старую антискольную ленту и таким методом, простым скатыванием, старый скотч очень замечательно удаляется, не оставляя никаких следов. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще 1000 полезностей. До новых встреч!